Добрый день, дорогие друзья! Мы вам будем представлять вот сегодня махровые лилии, Coronation Dream. Вот. Сейчас пришло время цвести махровым. Махровые, больше, по большей части своей, я заметила, по большей части махровые цвета, цветки, сорта, они более поздние, средние или ближе к поздним. И вот этот сорт тоже относится вот к таким вот поздним, Coronation Dream. Махровые лепестки просто как пластмассовые, и вот по краю, вот здесь вот идет волна по каждому лепестку, волна, такие вот вихри, завихрения, волны. Сам он такого, основной цвет темно такой сливочный, как бы с коралловым присутствием, а уже центр получается у нас сливочно такой вот желтый. И вот эти вот спученные волны, и на волнах еще вихри, вот такой вот получается махровый красивый лилейник. И лепестки просто прям пластиковые. Вот такие цветки всегда выдерживают и ветер, и дождь. Очень интересный сорт. Сейчас я его так подержу. Красавица. Ну, он вот не цвел, да? Вот сколько мы дней были, его не было. Ну, да, я же говорю, поздний он получается у нас. Вот этот. Красавчик. Сейчас мы посмотрим со всех сторон.